avast.com. Далее. Поддержка. Центр лицензий. Получить бесплатную лицензию. Заполняем все поля. Теперь введем буквы на экране. Зарегистрируйтесь бесплатно. Теперь нам выслали лицензионный ключ на нашу почту. Пока скопируем лицензионный ключ, который нам пришел в письме. Теперь у нас есть всего лишь 30 дней, чтобы зарегистрировать эту программу. Но так как мы ее уже зарегистрировали, нам пришел лицензионный ключ, который мы скопировали. Теперь нужно просто его ввести. Жмем обслуживание, регистрация, ввести лицензионный код. Просто вставляем и жмем ОК. Все, у нас Avast продлился на год. 378 дней.